В прошлом году в Костанайской области было оказано более 11 миллионов государственных услуг. 95% из них получены в онлайн-формате. Департаментом государственных услуг службы было проведено более 400 контрольных мероприятий. Продолжается работа по улучшению работы госорганов. Об итогах работы государственной службы и планах развития на этот год расскажут мои коллеги. За последние 4 года количество оказанных госуслуг возросло в 2 раза. Большая их часть была выдана в электронном формате, только 1% отдан получателю в бумажном варианте. Наибольшее число обращений было принято в сфере здравоохранения. К примеру, в прошлом году на прием к врачу оформили 5 миллионов заявок. Это половина от всех оказанных услуг за прошлый год. Количество оказанных госуслуг в области возросло в 2 раза. За прошлый год оказано 11 миллионов 35 услуг. Из них МИО оказано 9 миллионов 529 301 услуга. По способу оказания в бумажном виде оказано 100 тысяч услуг или 1% от общего количества оказанных. Из них 2% или 1718 услуг получено в подобной форме ввиду требований реестра, который исключает иные способы. При этом 0,9% или 98 945 услуг оказано в бумажной форме при имеющейся альтернативе получения их через ЦОН либо портал. Через госкорпорацию 409 тысяч услуг или 4%. В электронном виде 10,4 миллиона услуг или 95%. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 1%. Как отметил Асхат Искендиров, руководитель Департамента по делам государственной службы, одной из главных проблем на сегодня является необоснованный отказ в услуге. Некоторые ведомства не указывают причин отказа услугополучателям, что приводит к уменьшению количества выполненных услуг и к общему росту жалоб. По необоснованным отказам. Еще раз, опять мы приходим к этим же нарушениям. Уже несколько лет мы боремся с то, что госорганы не указывают причины отказа. И человек не знает, что поменять, чтобы ему оказали услугу, дали согласие. Основная эта часть нарушений именно по земле идет. Мы в этом году по земле составили 40 административных протоколов, в 22-м вернее году. 40 административных протоколов на сумму 2 миллиона тенге на руководителей должностных лиц. В этом году уже по АПЗ, по архитектуре, мы составили уже 12 админпротоколов на сумму более чем 1 миллион тенге. В прошлом году департаментом по делам госслужбы проведено более 400 контрольных мероприятий. В ходе проверок выявлено 636 нарушений. Большая их часть связана с ошибками в итоговых отчетах и неточностях при составлении документации. Ведомством был отправлен ряд поручений для устранения выявленных нарушений. В рамках внутреннего контроля МИУ проведено 481 контрольное мероприятие, в ходе которого выявлено 636 нарушений, что на 24% больше аналогичного периода прошлого года. Департаментом проведен анализ отчетов местных исполнительных органов за 4 квартал 2022 года, предоставляемых в рамках внутреннего контроля за качеством оказания госуслуг. В ходе проведения анализа установлены факты формального проведения внутреннего контроля. Так, согласно пункту 3 пункта 50 правил, в акте контрольного мероприятия указывается дата и номер приказа о назначении контрольного мероприятия, на основании которого оно проведено. Процессы цифровизации документов и услуг в госорганах продолжаются. На сегодняшний день государственные структуры оказывают 177 различных услуг. Большую часть из них кустанайцы могут получить через портал ЕГОВ. Получить справку или подать заявку на оформление паспорта можно, не выходя из дома. Дмитрий Муштар, Руслан Жабаев, телеканал Костанай.